Давайте доказывать. Во-первых, вспомним, что же мы такое суммируем. И при чем тут геометрическая прогрессия? Суммируем мы по всем уровням, то есть от i равного 0 до k, 3 вытой. 3 вытой — это количество задач, умножить на c — это скрытая константа в O большом, которая в оценке, которую мы тратим на каждый рекурсивный вызов, умножить на размер задачи. Ну, давайте перегруппируем теперь здесь члены. Здесь есть два члена, которые не зависят от i, это c и n. Вот вынесем их за сумму. Под суммой тогда останется 3 вытой поделить на 2 вытой. Это то же самое, что 3 вторых вытой. Ну, а это-то уже и есть наша геометрическая прогрессия. То есть это 3 вторых в нулевой, то есть единица, плюс 3 вторых в первой, плюс 3 вторых во второй, ну и так далее, плюс 3 вторых в катой. Вот это просто переписано. Здесь мы вспомнили, что k — это логарифм двоичной n. Теперь можно воспользоваться только что доказанной нами формулой и сказать про скорость роста геометрической прогрессии и сказать, что поскольку в этой геометрической прогрессии наша константа c, то есть это 3 вторых, она больше единицы, то растет эта сумма так же, как ее последний член. Последний член — это 3 в степени k поделить на 2 в степени k, а k — это логарифм двоичной n. Ну вот здесь и написано тета от 3 в степени логарифм двоичной n поделить на 2 в степени логарифм двоичной n. Давайте дальше это переписывать. Дальше давайте заметим вот что. 2 поделить на 2 в степени логарифм двоичной n — это просто n. Банально по определению логарифма. Логарифм — это и есть такая функция. Логарифм двоичной от n — это и есть такая функция, в которую надо двойку возвести, чтобы получилось n. Поэтому вот эта двойка просто сокращается с этим n. Соответственно, c у нас ушло просто под тета большое. Раз уж мы говорим в терминах теты, то нам мультипликативный множитель не важен. И остался 3 в степени логарифм двоичной n, но просто по правилам работы с логарифмами это можно переписать как n в степени логарифм двоичной от 3. Итак, это и есть наша финальная оценка. У нас получилось тета от n в степени логарифм двоичной 3. Логарифм двоичной 3 — это число строго меньшее 4, то есть двойку, конечно же, надо возвести в степень меньшую, чем 2, чтобы получить 3. И примерно оно равно 1,584. Вот наша оценка на время работы алгоритма Карацубе. Еще раз мы убедились в том, что это работает строго быстрее, чем квадратичный алгоритм. На практике, в действительности, чтобы этот алгоритм обгонял квадратичный уже на маленьких размерах ходов, на небольших, надо его писать довольно аккуратно и, возможно, использовать основание не двоичное, а какое-нибудь чуть большее. Теперь давайте отдадим тот долг и объясним, почему же мы так взяли и нагло стали считать, что n — это степень двойки. Еще раз хочу сакцентировать внимание на том, что алгоритм Карацубе может перемножать любые числа, а не только те числа, у которых длина есть степень двойки. И в самом псевдокоде мы написали довольно аккуратно. Мы там целую часть снизу от n пополам использовали и целую часть сверху. А стали считать мы, что n — это степень двойки, что оно делится на двойку сколько угодно раз, именно в анализе. И стали считать мы вот по какой простой причине. Ну, если n не степень двойки, то давайте n немножко увеличим. То есть к нашим числам x и y допишем в начале несколько нулей. То есть слегка n увеличим так, чтобы оно все-таки стало степенью двойки. Вот давайте поймем, как же при этом n увеличится. Ну вот утверждение, что чтобы увеличить n до степени двойки, надо увеличить его не более чем в два раза. Почему? Ну вот здесь есть картинка. Вот нарисуем числовую прямую, и если n не степень двойки, тогда оно попадает куда-то между соседними двумя степенями двойки. Вот где-то здесь нарисована наша числовая прямой 0, и вот это вот отрезки одинаковой длины. Вот это длина 2k минус 1, и вот это длина 2k минус 1. И вот, соответственно, здесь получается число 2k, и где-то здесь лежит n. Вот сколько же к n надо прибавить, чтобы получилось 2k? Ну вот этот кусочек. Но этот кусочек, конечно же, меньше, чем сам n, как видно, потому что n больше вот такого куска, а этот сам кусочек меньше. Поэтому, если вот мы просто будем так двигаться направо сюда, то пройдем мы расстояние, которое само по себе гораздо меньше, там, ну, не гораздо, но просто меньше, чем вот это расстояние. Соответственно, ну и поскольку увеличить n в два раза всего нам надо не более чем в два раза, чтобы n стало степенью двойки, и нас константные множители все равно не очень интересуют, ну то есть это увеличило бы нашу оценку там не больше, чем в 4 раза, поскольку наша оценка не более чем квадратичная. И это просто сильно упростило нам анализ.
Вот. То есть, надеюсь, это предположение теперь для вас не выглядит неоправданным. Давайте резюмировать. Что же мы узнали в этой лекции? Мы быстренько с вами разобрались, что складывать два числа, состоящие из n бит, мы можем за время u от n. Просто идем справа налево от младшего разряда к старшему и складываем. Отлично. После этого мы с вами поняли, что если умножать числа в столбик, то есть если попытаться реализовать алгоритм, которым нас научили умножать числа на бумажке, то получится квадратичный алгоритм. А после этого мы с вами рассмотрели алгоритм Карацубы, который умножает числа еще быстрее, то есть примерно за n в степени 1,6. Забегая вперед, скажу, что это на самом деле не самый быстрый алгоритм умножения чисел. Сейчас известны алгоритмы, основанные на быстром преобразовании Фурье, которые умножают числа примерно даже за линейное время. За n на log n на log log n.